Бросок от синий. Волков отбивает. И все-таки шайба в ворот. Вот просто с мясом. С мясом втащили шайбу в наши ворота соперники. За 3 секунды до выхода Антона Слепышева. Все было хорошо. Я бы даже сказал, очень хорошо. Но достаточно было одного броска, чтобы там на пятачке удалось добить нашу оборону, додавить. Да, ну, давайте посмотрим, как это было. Бросок. Волков пытался шайбу зафиксировать, не получилось. Еще раз повтор. Ну что это, шатан был-то? Повременить. А вот с этой может что-то получиться. Ну я же говорил, блестящий бросок. И Никита Филатов делает то, чего мы ожидали очень давно. Вторая шайба оказывается в воротах братиславского Слована. Да, Филатов блестящий получил. Конечно, не самый сильный бросок, но неожиданный и точность. Неожиданность и точность. И не всегда сила решает. Спросите Филатова, в чем сила, брат? А вот в этом. А вот в этом. Сколько движений совершал во время полета шайбы голкипер соперника? Падает Кольцов. И контратака опасна. А вот, пожалуйста, 2-2. Невероятный по точности и по мощности бросок. Да, сами себе привозим проблемы. На ровном месте падает Кольцов. Провал в обороне. И вынимайте, пожалуйста. Можно обвинить Волкова в пропущенной шайбе от Либора Гудыча? Можно, наверное. Но посмотрите еще раз. Шатов, кстати, второй очко набрал. Позиция убойнейшая. Шайба над плечом голкипера. Мощно. Даже на повторе шайбу разглядеть нельзя. Ситуацию. Филатов. Да! Невероятная шайба! Великолепно! Он действительно герой, он волшебник! Никита Филатов! Потрясающе! Потрясающе! Ну посмотрим, насладимся еще раз. В издевательской, тонкой манере Филатов мастерски проводит. Чего не бросить по воротам? Потому что не все так просто. Промах и будет... Ну, Пильстрём, молодчина электроник. Мы говорили, что анти отличится, и он сделал это. Точка поставлена. Почему не было броска из своей зоны, объясняю. Если будет промах, то сразу фиксируется положение вне игры. Фиксируется проброс, и вбрасывание было бы назначено в нашей зоне. А так все аккуратно и хорошо. Пильстрём поставил. Абсолютно точно. Это конец, это финал. Не знаю, каким будет счет. Удастся ли забросить шайбу еще нашим соперникам. Это сейчас не важно.